Екатерина, расскажите для вас лично, какое событие в этом году стало главным? Но, наверное, это событие является самым главным, потому что, прежде всего, это потрясающий набор спикеров. Самых ведущих спикеров в антивозрастной, эстетической медицине, естественно, в иммунологии, естественно, в гепатологии. И это все звезды, именно звезды медицины, что самое важное для моей корпорации. И, безусловно, это некие итоги, праздничные итоги, это итоги успеха. И каждый сегодня из спикеров поделится своим успехом и подведет итог. И это праздничное настроение, я думаю, что передастся всей аудитории. Плацентарные технологии многие десятки лет применяются на японском рынке. Расскажите, пожалуйста, каковы области применения плацентарной терапии в России? В России, так же, как и в Японии, мы транслируем абсолютно опыт японских коллег и также применяем как гепатопротектор, иммуномодулятор. И все технологии, которые есть в Японии, также транслируются и в России. При каких показаниях вы назначаете ЛНЭК? При показаниях жирового гепатоза печени, то есть это как гепатопротектор, как иммуномодулятор. Естественно, роль гепатопротекторов и иммуномодуляции во всех сферах медицины применима и является основополагающим для здорового образа жизни. Поэтому основные показания, еще раз повторюсь, это гепатология и иммунология, ну, все, что связано с этим направлением. Ну и, конечно, как роль и значение, это хорошее качество жизни. Как часто вы рекомендуете применять ЛНЭК? Ну, по всем показаниям, это же фармпрепарат, поэтому есть инструкция для применения, и там очень четко прописаны способы применения и частота применения. Но, как говорят японцы, это молоко для клетки, поэтому это витамины, протеины, аминокислоты, все, что необходимо нам для здорового образа жизни, для функционирования здорового, для здоровой клетки. Поэтому, безусловно, это можно применять два раза в неделю, один раз в неделю и по жизни. Какие самые популярные технологии рана применяют наши российские звезды? Но если говорить о российских звездах, конечно, всем нужно, чтобы это был внешний вид, красота, но и прежде всего синдромы хронической усталости, чтобы мы были всегда в активной жизненной позиции, активной форме. Поэтому для этого существует масса протоколов, которые именно направлены и на восстановление организма в целом, как бодрость организма, снять синдром хронической усталости. Это и все, что связано с красотой. Такие протоколы у нас тоже есть. Вот не буду раскрывать все секреты, что делают звезды. Приходите и узнаете. Вы очень много средств вкладываете в продвижение и в исследования в области вот развития ЛНЭК. А какие еще исследования вы планируете? Исследований у нас, конечно, действительно много, и мы действительно делаем это осознанно, потому что хотим сами себе еще раз переподтвердить и передоказать то, что существует уже от японских коллег. Но все-таки мы россияне, и нам нужно самим убедиться в том, что это соответствует. Но мы ни в коем случае не подвергаем сомнению, но еще раз убеждаемся. Направления такие, как гинекология, потому что это очень развито это в Японии, и, естественно, вопросы, которые иногда волнуют наших спикеров, коллег, что насколько факторы роста могут вызвать какой-то рост. Да, и вот это, конечно, немножечко понятийные вопросы, не совсем качественно понимаются. Факторы роста – это не для того, чтобы что-то вырастет в организме. Это совсем для другого. Но все равно, тем не менее, на онкогенность мы проводим еще дополнительные исследования, хотя они у нас все проведены, но для того, чтобы еще для самих себя быть убежденными в том, что это абсолютно безопасный препарат. Андрей, расскажите, пожалуйста, в двух словах о ваших отношениях с клиникой РАНА, история знакомства, история сотрудничества. С Катей Дебровой с клиникой РАНА мы дружим уже несколько лет, и все началось на базе волшебного препарата ЛНЭК. Два раза в год я делаю в курсе эти капельницы, и
иногда, когда совсем уже, знаете, я заработался, то приезжаю в их отделение на Мичуринский проспект, где меня знают, любят и всегда очень уютно принимают. Там даже воздух, мне кажется, лечебный, потому что они находятся на территории президентской больницы, и мне кажется, там какая-то совершенно особая, замечательная аура. Я знаю, что РАНА всегда открыта для совершенно новых, интересных технологий, препаратов, методик в косметике, поэтому я желаю им по-прежнему идти впереди в прогресс, в ногу с ним и открывать к нашему рынку препараты, которые помогают нам дольше поддерживать состояние молодости. Всех партнеров, друзей и коллег я поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю активного долголетия, красоты, молодости, улыбок, счастья, здоровья. И, конечно, оставайтесь с нами и будьте всегда счастливы и здоровы!